Сьогодні нас у цьому залі об'єднала дуже приємна і дуже урочиста подія – нагородження лауреатів щорічної муніципальної премії «Культурна столиця». Місто Одеса багате і славне своїми видатними людьми, талантами, які вносять величезний внесок у духовний розвиток нашого міста, у розвиток вітчизняної культури. Муніципальна премія «Культурна столиця» була започаткована у 2017 році за ініціативою Одеського міського голови Геннадія Леонідовича Труханова. Нічого нас не зупиняє від того, щоб сказати слова благодарності, прежде всего вам, в вашем лице, всей культурной, интеллигентной Одессе, потому что она была, есть и всегда будет таковой. В Одессе всегда были культурные, интеллигентные люди. Одесса всегда отличалась своей культурой, культурой интернациональной, интеркультурой. И это действительно поистине, наверное, европейская интеркультурная столица. Потому что я бы не сказал, где еще в Европе есть город с таким большим количеством проживающих народностей и национальностей. Это действительно особая черта Одессы. Но самое главное, что необходимо, это подтверждать этот статус, подтверждать своей работой и достижениями, которые, конечно же, завершают любую работу. Не работа ради работы, а работа ради результата. Мы работаем на результат. Результат этот есть. Мы постоянно поддерживаем талантливую молодежь, талантливых детей. Мы поддерживаем работников сферы культуры. Мы поддерживаем лауреатов и всех победителей международных конкурсов. Способствуем в проведении конкурсов в Одессе. И это позволило нам выйти на совершенно новый уровень восприятия Европой, вообще западным миром нашего города. Помимо того, что мы поддерживаем, мы создаем и условия. Условия, которые закладывают сегодня фундамент будущего нашего города, нашего красивого города. Это построенный единственный в Украине дом детского творчества, дворец детского творчества, юношеского и детского творчества. В таком виде, в котором он построен, в котором он сегодня выглядит, так как он выглядит сегодня, такого никто не построил в Украине за 30 лет независимости. И вдвойне это радует, что талантливые дети, которые нуждаются в том, чтобы у нас были условия для развития этих талантов, раскрытия этих талантов, мы эти условия создаем. Очень не совсем хорошо было до 15-16 года, когда в Одессе все гордились Леонидом Утесовым и забыли про то, что он жил в Одессе, родился, жил, по крайней мере, в Одессе очень долго. И та квартира, которая была, а у нас не было музея, квартиры Утесова, либо вообще какого-либо музея, не только квартиры. Но мы исправили эту ошибку. И сегодня у нас есть музей, квартира Утесова, Леонида Утесова. Мы создали и в процессе создания, ну даже не создания, в принципе он создан уже, усовершенствования, наверное, так, наполняем его содержанием музея одесских катакомб. Такого не было в Одессе. На самом деле одесские катакомбы, история одесских катакомб гораздо шире, больше и протяженно, какие протяженности. И сегодня маршрут более 25 километров, которые энтузиасты, волонтеры, ребята, безумно любящие свой город, восстановили, воссоздали. И сегодня один из также самых посещаемых и любимых мест посещения туристов, да и жителей нашего города. Это тоже мы делаем. Мне было приятно позавчера открыть маленький такой музей на Бунина 7 в центре Одессы. С парковой скульптурой, шахтером, тем, кто добывал камень Ракушняк под нашим городом, и в принципе из которого и построен центр нашего города. Мы сегодня работаем над, и я уверен, по крайней мере задачу такую поставили перед собой, о том, чтобы
к марту месяца, к дню рождения Михаила Жванецкого, в Одессе появилась квартира-музей Михаила Михайловича Жванецкого. Для этого уже сделаны организационные шаги. Для этого мы приняли решение на заседании исполнительного комитета, где создано решение. Принято соответствующее решение сессии городского совета. Сейчас мы работаем над тем, чтобы провести там ремонтные работы, потому что надо привести в порядок. Ну, говорить о творческой жизни нашего города не приходится. Здесь, в принципе, все не просто люди понаслышке, а сами организаторы всех этих грандиозных мероприятий мирового масштаба. Это очень приятно, что мы продолжаем это, несмотря ни на что. Мне очень приятно было присутствовать на концерте Алексея Ботвинова, Хобарта Эрла. Не просто на их концерте. Они довольно часто, относительно часто проводят эти концерты, когда имеют возможность или находятся здесь. Я имею в виду Алексея Ботвинова. Но было приятно очень это сделать возле нашего бельведера Воронцовской колоннады. Вы знаете, я вот сидел, знаете, уповался вот такой, я наслаждался просто самой локацией этой. И как красиво сидеть возле воссозданной, отреставрированной за многие-многие десятилетия Воронцовской колоннады, бельведера, где мы восстановили оркестровую яму, которая когда-то в те времена, наверное, так это и происходило. Конечно, хотелось бы продолжить эти работы, и мы работаем над этим. Поэтому в перечень памятников архитектуры мы прилагаем все усилия, чтобы началась реставрация, большая реставрация, программа президента Украины, реставрация Воронцовского дворца. Это очень большая работа. Это не просто, как раньше, побелить, покрасить и сказать, мы сделали реставрацию. Мы хотим зайти не только вовнутрь, мы хотим не просто навести порядок вокруг благоустройства, но и тот Орловский корпус, который разрушен и не существует. Мы, конечно же, его не отстроим. Но есть у нас сегодня современные технологии, когда можно в лазерном таком изображении вечером его воссоздать. Это будет интересный магнит для туристов нашего города. Еще много, уважаемые друзья, у нас планов. У Одессы сегодня есть уникальная возможность, абсолютное понимание с областной государственной администрацией. Впервые, я рад, что президент впервые, я выступал на позапрошлом конгрессе, услышал президент, тут же протокольное поручение, мы его отработали оперативно, предложили. Поэтому сегодня достаточно оптимистичный план по восстановлению памятников архитектуры в Одессе, исторического наследия. На листе ожидания или уже начались работы по художественному музею, музею западного искусства, по восстановлению фасадов города, исторических памятников города. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы дошли до театра юного зрителя, вот, и до всех остальных тех мест, которые хотелось бы восстановить. Счастья, здоровья, успехов и не болейте. Спасибо. Дорогие друзья, это очень неожиданно, потому что находиться рядом с теми людьми, которые сегодня в зале и которые уже до сегодняшнего дня были удостоены этой премии, это очень ответственно. Мне кажется, что мы все объединены одним. Все, что мы начинаем делать сегодня, дает плоды завтра. Не начнем, не получим. И я очень счастлива, что сегодня, когда вот вы, Геннадий Леонидович, говорили вступительное слово, вы озвучивали те вещи, над которыми работали на самом деле большое количество людей не один год. А мы сегодня уже говорим об этом как о свершившемся, только потому, что кто-то когда-то имел смелость, напор, настойчивость, вдохновение, придумал это и дал этому толчок. И это очень круто. И мне кажется, что все, что родится сегодня, это уже то, что останется нашим детям. И ради этого стоит жить, ради этого стоит творить, немножко вытворять,
И как говорил Михаил Михайлович, имей совесть, делай, что хочешь. Мечтайте, но принесет плоды. Всего лучшего. Очень коротко. Знаете, человек, стоящий рядом со мной, мэр нашего города, это человек спас мою мечту много лет тому назад, уже 7 лет прошло. Я постоянно говорю об этом, потому что я ходил к разным мэрам. Ну, ходил и ходил. И уже так безнадёги предложил через Павла Владимировича Бугельмана, присутствующего здесь, сказал ему, а он уже передал дальше, выше. И вот я получил неожиданно «да», одобрение. Прошло 7 лет, 7 фестивалей «Золотые скрипки Одессы». Я не буду говорить о том, что он стал европейским. Он сегодня действительно узнаваем в мире, в музыкальном мире, в мире искусства. Узнаем во всем мире. В эти минуты как раз идут его концерты по австралийскому телевизионному каналу, государственному спутниковому. И это тоже признание Одессы. Знаете что? Вот то, что родилось у нас тогда, и продолжается сейчас, вместе с мэром. Это ведь все из любви. Из любви к нашему городу. Это все, что возникает и затем живет в мире культуры, искусства, всего, что связано с именем Одессы, рождается из любви к ней. Ну что ж, будем продолжать любить. Спасибо огромное. Дорогие друзья, я все время говорю, где бы я ни была, о том, что Одесса уникальный город, и там все должны быть родными. Мэры, губернаторы, пожарные, МЧСники, полиция, потому что город уникальный. Ведь в одном Одесском дворе могли расти вместе будущий бандит и будущий генерал или маршал. Уникальный город, где надо просто любить друг друга и любить его. И вы знаете, за многие годы, сейчас вот 7 лет подряд, пришел сюда наш мэр, одесский парень, наш пацан, который умеет любить. И все, что мы слышали сегодня, и что сегодня скажу я. Я мечтала несколько лет, чтобы «Белую акацию» освежили и омолодили, чтобы был фестиваль «Белая акация». В каком плане? Чтобы одесситы с детьми, внуками и правнуками выходили и каждый год весной или осенью садили белую акацию. 5 минут общения с мэром, и уже вот сейчас, осенью, высадили 1000 белых акаций. Потому что любовь – это поступки. И еще в этом году 25 лет главной елки Одессы, которая родилась на Мурвокзале и которую патронирует наш мэр все эти 7 лет. Мы охватываем более 30 тысяч детей, всех социальных и много очень матерей-одиночек, неполных семей, очень много детей-переселенцев. Все это имеет в виду наш мэр, наш департамент культуры. Каждый год 5 тысяч детей от имени мэра получают подарки и праздник, который нужен всем. Спасибо, что вы есть. И я хочу от всех нас сказать, мы будем все делать, чтобы это все было долго и всегда.
лицом к лицу лица не увидать, но дерзну внести коррективы в эту аксиому, потому что мы, общаясь с Одессой лицом к лицу, видим, что ей удается, вопреки очень многому, сохранять свое лицо. И в первую очередь, благодаря культуре. Геннадий Леонидович, я хочу от имени очень многих людей, поверьте, очень многих самых простых одесситов, заверить вас. Люди вас любят, люди вам верят. Конечно, верить нужно Богу, но иногда нам так хочется верить в людей. Спасибо нашему президенту Владимиру Александровичу Зеленскому. Он многое делает. Спасибо одесситам. Спасибо любимому городу. Естественно, получая премию, награду, благодарить тех, кто эту награду тебе дает. Но я бы еще с большим удовольствием поблагодарил бы в данном случае Одесский городской совет, который несколько лет назад придумал, по-моему, отличную премию «Культурная столица». Это не рассказ о том, что было в Одессе когда-то. Это скорее направление, в котором нужно двигаться. И отмечается то движение, которое есть к тому, чтобы Одесса действительно стала культурной столицей и Украины, а может быть и Европы. Все для этого есть. Замечательная художественная, живописная школа. Вот только что мы отметили столетие со дня смерти Кастанди, а дух Кастанди до сих пор есть в одесских художниках. Великолепные музыкальные традиции. Одесские музыкальные фестивали стали известны уже далеко за пределами нашей страны. И когда мы говорим об Одессе, мы чаще всего вспоминаем Одесскую литературную школу. Так вот, меня радует то, что она не прервалась, что и сегодня продолжают писать писатели интересно, по-настоящему, по-одесски, и все делают для того, чтобы Одесса стала действительно культурной столицей. Одеса нагороджує діячів культури, яких на розгляд подають установи культурні, союзи митців різноманітних. І кожного року це люди, які внесли дуже значний внесок в розвиток культури, в розповсюдження культури не тільки Одеси, а України і світу в цілому. Тому нам надзвичайно приємно, що і ми дуже раді тому, що незважаючи на всі карантинні обмеження, ця премія поширюється. В цьому році було прийнято рішення нагородити не тільки діячів і митців, діячів культури, але й людей, які відзначали свої творчі або такі ювілеї в цьому році, да? Такі життєві ювілеї. Тому ми бачили дуже цікавих людей, персоналів, які завжди для нас асоціюються з Одесою, з її культурним різноманіттям, з різними напрямками культури. Це і журналістика, і театральні діячі, і скульптори-художники, і літератори. На жаль, це тільки 10 осіб, які кожного року ми визначаємо, тому що це грошова премія, грошова винагорода.
Але ми в нашому плані створити такий реєстр, перелік, таку золоту книгу культури Одеси і додати туди всіх діячів культури, які попали і вже були номіновані, вже отримали це звання. І сподіваємось, що ця премія мера – це не про гроші, це про ідею розвитку культури, розповсюдження і демонстрації різноманіття культури нашої Одеси. Це дуже приємно було і надзвичайно приємно саме в цей день. Ми вирішили саме в цей день нагороджувати, тому що це день працівників культури і народних мистецтв. І я так розумію, що це свято, яке може відзначати все місто. Тому що в кожному місті є дитинка або людина, яка грає на фортепіано, або трошки малює, або трошки щось пише, або вірші якісь складає, тому що це Одеса. Тому що це надзвичайно креативне місто, творче місто, місто, в повітрі якому вітає культура. Тому я хочу поздоровити всіх, хто причастен до цього, всіх, хто вміє, і сьогодні про це говорив мер, хто і культуру побуту, і культура якихось відносин, все це культура. І заради цього ми працюємо, заради цього ми хочемо, щоб все, що відбувалося в нашому місті, щоб воно відбувалося під знаком інтеркультурної гавані і культурної столиці України.